Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты? Огорчает, но я не знаю, как им помочь. Зачем домовой чат в новостройках, где слышно, как чихает соседский кот и вибрирует будильник соседа? Тебе сегодня уже говорили, какая ты красивая? Нет. Ну, может, завтра кто скажет. Стану богатым, куплю дом у океана, буду ездить на Мазерати. Коля, тебе в ролтон майонез класть? Да, 3 ложки. Одесситка на свидании. Ой, Додик, когда вы перестанете тратить на меня свое личное время и начнете уже тратить свои деньги? А у тебя есть хобби? Да, но жена хочет меня закодировать. Однажды один человек оставил свое мнение при себе. Мудрый был человек и жил долго. А самое лучшее упражнение для рук – пересчитывание денег. Снимает боль, улучшает зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные условия.